операционная система, Operating System, базовый комплекс компьютерных программ, обеспечивающий управление аппаратными средствами компьютера, работу с файлами, ввод и вывод данных, а также выполнение прикладных программ и утилит. При включении компьютера операционная система загружается в память раньше остальных программ и затем служит платформой и средой для их работы. Помимо вышеуказанных функций ОС может осуществлять и другие, например, предоставление пользовательского интерфейса, сетевое взаимодействие и тому подобное. С 1990-х наиболее распространенными операционными системами для персональных компьютеров и серверов являются ОС-семейства Microsoft Windows и Windows NT, macOS и macOS 10, системы класса Unix, особенно NU-Linux. Основные функции Загрузка приложений в оперативную память и их выполнение. Стандартизованный доступ к периферийным устройствам. Устройство ввода-вывода. Управление оперативной памятью. Распределение между процессами. Виртуальная память. Управление доступом к данным на энергонезависимых носителях. Таких как жесткий диск, компакт-диск и так далее, как правило, с помощью файловой системы. Пользовательский интерфейс. Сетевые операции. Поддержка стека протоколов. Дополнительные функции. Параллельное или псевдопараллельное выполнение задач, многозадачность, взаимодействие между процессами, защита самой системы, а также пользовательских данных и программ от злонамеренных действий пользователей или приложений, разграничение прав доступа и многопользовательский режим работы, аутентификация, авторизация, компоненты операционной системы, загрузчик, ядро, командный процессор, интерпретатор, драйверы устройств, интерфейс, ядро, центральная часть операционной системы, обеспечивающая приложением координированный доступ к ресурсам компьютера, таким как процессорное время, оперативная память, внешнее оборудование. Обычно предоставляет сервисы файловой системы. Как основополагающий элемент ОС, ядро представляет собой наиболее низкий уровень абстракции для доступа приложений к ресурсам системы, необходимым для его работы. Как правило, ядро предоставляет такой доступ к исполняемым процессам соответствующих приложений за счет использования механизмов межпроцессного взаимодействия и обращения приложений к системным вызовам ОС. Описанная задача может различаться в зависимости от типа архитектуры ядра и способа ее реализации. Монолитное ядро предоставляет богатый набор абстракций оборудования все части монолитного ядра работают в одном адресном пространстве. Старые монолитные ядра требовали перекомпилиции и при любом изменении состава оборудования. Большинство современных ядер позволяют во время работы подгружать модули, выполняющие части функции ядра. Достоинство, скорость работы, упрощенная разработка модулей. Недостатки, поскольку все ядро работает в одном адресном пространстве, сбой в одном из компонентов может нарушить работоспособность всей системы. Классификацию операционных систем можно осуществлять несколькими способами. По способу организации вычислений, системы пакетной обработки, Batch Processing Operating Systems, целью является выполнение максимального количества вычислительных задач за единицу времени, при этом из нескольких задач формируется пакет, который обрабатывается системой. Система разделения времени, Time Sharing Operating Systems, Целью является возможность одновременного использования одного компьютера несколькими пользователями, реализуется посредством поочередного предоставления каждому пользователю интервала процессорного времени. Система реального времени, Real-Time Operating Systems. Целью является выполнение каждой задачи за строго определенный для данной задачи интервал времени. По типу ядра. Система с монолитным ядром, монолиты Operating Systems. Система с микроядром, микрокорне Operating Systems. Система с гибридным ядром, Hybrid Operating Systems, по количеству одновременно решаемых задач. Однозадачные Single Tasking Operating Systems, многозадачные Multitasking opa Operating Systems, по количеству одновременно работающих пользователей. Однопользовательские Single User Operating Systems, многопользовательские Multi User Operating Systems, по количеству поддерживаемых процессоров. Однопроцессорная, а не процессор opa 18 Systems. Многопроцессорная, мультипроцессор opa 18 Systems. По поддержке сети. Локальные, local opa 18 Systems. Автономные системы, не предназначенные для работы в компьютерной сети. Сетевые, Network opa 18 Systems. Системы, имеющие компоненты, позволяющие работать с компьютерными сетями. Пароли в сетевом взаимодействии. Серверный – сервер Operating Systems, операционные системы, предоставляющие доступ к ресурсам сети и управляющие сетевой инфраструктурой. Клиентские, Client Operating Systems, операционные системы, которые могут получать доступ к ресурсам сети. По типу лицензии, открытые, Open Source Operating Systems. Операционные системы с открытым исходным кодом, доступным для изучения и изменения. Проприетарные, Proprietary Operating Systems, операционные системы, которые имеют конкретного правообладателя, обычно поставляются с закрытым исходным кодом. По области применения, операционные системы мейнфреймов, больших компьютеров, Mainframe Operating Systems, операционные системы серверов, сервер Operating Systems, операционные системы персональных компьютеров, Personal Computer Operating Systems, операционные системы мобильных устройств, Mobile Operating Systems, встроенные операционные системы (embedded operating systems), операционные системы маршрутизаторов RUTO operating systems). Основное требование, предъявляемое к современным операционным системам, выполнение функций, перечисленных выше в параграфе функции операционных систем. Кроме этого очевидного требования существуют другие, часто не менее важные: расширяемость. Возможность приобретения системы новых функций в процессе эволюции часто реализуется за счет добавления новых модулей. Переносимость ⁇ возможность переноса операционной системы на другую аппаратную платформу с минимальными изменениями. Совместимость ⁇ способность совместной работы. Может иметь место совместимость новой версии операционной системы с приложениями, написанными для старой версии, или совместимость разных операционных систем в том смысле, что приложение для одной из этих систем можно запускать на другой и наоборот. Надежность ⁇ вероятность безотказной работы системы. Производительность ⁇ способность обеспечивать приемлемое время решения задачи и время реакции системы.